Краснодар прогрессирует, а Сочи – серебряный призер. Каковы перспективы этих команд? Краснодар – молодая команда. Ребята уже второй-третий сезон играют в РПЛ. Одни одним составом. И у них определенный такой же есть костяк команды и понимание, какой уровень в РПЛ. Плюс добавился хороший нападающий Кордоба. И они здорово готовы физически. А у Сочи, наоборот, другая история. Нова стареет. Юсупов тоже возраст набирает. Их основная обойма, которая принесла серебряные медали, то в этом году будет тяжелее, потому что возраст уже дает знать. И надо искать новых талантов.